В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовали университетские смены для школьников Лисичанска. Участниками профильной смены стали 30 старшеклассников Луганской народной республики. Накануне в город прибыли учащиеся 9 и 11 классов из 8 школ. И за 10 дней пребывания они смогут ближе познакомиться с культурой Татарстана и с самим вузом. Я приехал сюда для того, чтобы выбрать себе институт для поступления, потому что мне говорили, что Елабуга – это замечательное перспективное место для того, чтобы жить, работать и учиться. Вот у меня был выбор поехать в Луганск, но я все-таки решил поехать к вам, потому что здесь более лучшие условия, здесь намного больше перспектив. Для Елабужского института Казанского федерального университета это не первые гости из нового субъекта Российской Федерации. Именно поэтому ребятам было особенно приятно, что их встретили земляки, студенты-первокурсники из Лисичанска, которые являются волонтерами вуза. Насыщенная программа стартовала со знакомства с Елабужским институтом Казанского федерального университета, его учебными аудиториями, лабораториями, а также музейным комплексом. Важной для участников профильной смены стала профориентационная встреча с начальником отдела по организации приема абитуриентов и работе с иностранными студентами Олесей Ошкиной. Она рассказала о преимуществах вуза со 125-летней историей и подчеркнула, что здесь создана особая образовательная экосистема, позволяющая студентам получить максимум практики. Первый день мы посвятили Елабужскому институту Казанского федерального университета, его истории, его музеям. Также ребята, студенты подготовили большую интересную программу ко Дню народного единства, куда мы также приглашаем наших ребят. А завтра уже ребята познакомятся с общеобразовательной школой университетская. Ну и дальше по программе у нас будет День движения первых, День этнических сел нашего района. В вуз входит школа, колледж, центр дополнительного образования и лагерь «Буревестник». Все они служат хорошей площадкой для реализации обучения с практикоориентированным подходом. По словам сопровождающих, многие ребята уже выбрали направление для учебы, а сейчас хотели бы подробнее узнать о вузе, а также на каких предметах сделать акцент при подготовке к поступлению в Казанский федеральный университет. Елизавета Газизянова, медиа-центр Елабужского института Казанского федерального университета, Универ Новости.